Многометровая очередь растянулась на три этажа здания отдела жилищно-коммунального хозяйства, а сотни людей ждут своего часа, чтобы подать документы на жилье. Желающих за день уже больше тысячи, и это только до обеда. Чингис Султангалиев в своей очереди ждет уже второй день. Мужчина надеется, что сегодня ему все-таки удастся сдать документы. Целый день вчера стояли, не попали в очередь. Вот сегодня опять стоим. 800 с чем-то уже очередь. Сейчас 200 с чем-то идет. Если получится, то, может, возьмем. Чижан Кенжетаевой стоять в очереди сложнее, чем остальным. Женщина-инвалид третьей группы. Собственного жилья у Чижан нет. Долгие годы она снимает комнату. Пенсии по инвалидности в 17 900 тенге с трудом хватает на погашение аренды и коммунальных услуг. После того, как по линии КИК она получит крышу над головой, проблем станет меньше, уверена Чижан. Симпалатный полигон, инвалид третьей группы. Никакой помощи я не получаю. Вот хотела хотя бы на старости лет квартиру хоть на аренду дадут. Я выплачу с пенсии, с подработаю. Но дадут, не дадут, не знаю, ни от кого никакой помощи. Я заявление давала на землю, да, до сих пор так же стоит, она даже не изменилась. В этом году по линии КИК реализуют почти 500 квартир, в их числе 1-2-3-комнатные в 17-м микрорайоне и Кайтпас-2. Впрочем, шанс получить собственное жилье по направлению казахстанской ипотечной компании есть далеко не у всех. Могут получить те граждане, которые относятся к следующим категориям. Многодетные категории, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, сироты и бюджетные работники. Данные категории обязательно должны состоять в очереди. И еще одно условие. Данные квартиры даются в аренду с дальнейшим выкупом. То есть ежемесячно вы производите определенный платеж. Для того, чтобы получить квартиру, вы обязательно должны подтвердить свою платежеспособность. Заявления с документами принимаются до 24 декабря в канцелярии отдела жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Желтоксан, 18, 3 этаж, кабинет 312.